В прошлом году здесь было все в деревьях. Был небольшой, маленький вот такой участок под машины. Сейчас все вырубили, деревья в 10 точно вырубили. Летом Татьяна постоянно гуляет по Челябинскому бору. Недавно с подругой они дошли пешком из центра до Шершней. Вместе заметили, что на площадке около вековых сосен раньше росли деревья, теперь их вырубили. А зачем здесь стоянку делать? Чтобы вот это вот масло, бензин, да, это все впитывалось в почву и губило оставшиеся деревья. Вот деревья, у которых слабая корневая система или старенькие деревья, они ж погибнут, сразу же погибнут. Челябинцы подозревают, что на этой площадке сделают платную парковку. Ранее здесь была стихийная стоянка под несколько машин. Теперь площадку увеличат раза в два. Нужен ли по соседству с бором паркинг? Мнения горожан по этому вопросу разделились. Парковка здесь не нужна. Я вообще против машин. За развитие общественного транспорта машины нужны только за город ездить. И пешком загадят, а на машинах еще быстрее. Так что нет никакой необходимости. Да я думаю, в принципе, не помешает, наверное. Чтобы там поставить негде машины. И единственное место будет более-менее такое доступное, потому что там всегда мало места. Уже через день после нашей съемки на этой площадке начали вывозить строительный мусор. В комитете дорожного хозяйства отметили, зеленые насаждения здесь никто не трогал. Пока эту территорию использует подрядчик, который рядом ведет ремонтные работы. Работ по вырубке на данной территории мы не производили. То есть ни одно дерево здесь не срублено. Значит, эта площадка используется как технологическая площадка для временного складирования строительных материалов и мусора. После завершения ремонта дороги эту площадку рекультивируют, засыпят черноземом и высадят газон. Чиновники уверяют, вопрос о парковке здесь пока никто не обсуждал. Единственное странно, что на интернет-картах на этом же месте уже отмечена бесплатная стоянка. Дмитрий Бочко, Андрей Грищук, 31 канал.